Какие сюрпризы будем сегодня открывать мы с Полей? Фиксики. Фиксики. Из серии Фиксики, да? Да. Ну давай, доставай из большого яичка свои маленькие яички, похожие на фиксиков, да? Вот это. Давай, распечатывай и будем смотреть, что нам там попадется. Попадет ли нам хоть один из фиксиков, да? Тебе бы хотелось, чтобы попалась хоть одна игрушка из фиксиков? Ну давай, значит попадется, будем надеяться. Распечатай, прям отрывай ее, золотинку эту срывай. Рви, рви прям ее. Вот распечатывай. Молодец, молодец, у тебя получилось. Прям нажимай на него. Вот. Шоколадку в сторонку. Колбочку, как я тебе показывал, крутишь и давишь. Никак? Сил не хватает еще? Ну вот. Давай, смотри, что там попалось. Опять! Так. Ой, кисточка? Да. Ну вот, желтая нам уже такая попадалась, да, кисточка? Давай посмотрим. Ой, тут и, вот тут и наклеечки, смотри, есть. А вот это еще есть. Да. Что, сколько там цветов-то? Желтенький, синенький, зелененький, да? И розовый. Кисточка такая у нас, наклеечки вот у нас есть, да, можно приклеить. Ну-ка, что тут на вкладыше? Кисточки, да? Ну да. Сбоку приклеивается. Давай я покажу. Нет, нет, нет. Колечко вначале снять нужно. И чтобы в дырочку оно приклеилось, да, вот так. Дырка в дырочку. Давай вот так. Дырка в дырочку. Давай вторую. Вторую доставай, отклеивай. Я приклею ее ровно. Ой, тут. Давай, давай. Это лишнее. Давай, приклею наклеечку. Так, давай там следующее. Смотри, яичко доставай, если есть. Вот это. Есть? Распечатывай, распечатывай, давай посмотрим. Здесь нам что попадется? Тоже. Тоже кисточка? Нет. Фиксик же мы хотели, чтобы фиксик попался. Да, получается. Получается у тебя, да, хорошо получается. Краешек отрывай, отрывай ее по кругу вот так вот. Вот, шоколадку ломаешь, яичко. И все. Да, она прилипла. Потом уберем. Давай помогу. Ну-ка давай выкладывай, что там. Бегун. Это у нас попрыгун, да? Лягушка-попрыгун. Вот так вот ставится. Попрыгунчики у нас попадались, да, такие где-то? Следующую доставай. Доставай следующую. Да, нажимаешь, отпускаешь, и она прыгает. Ну-ка прыгни. О, как высоко. Еще раз.
Прыгает? Да. Давай, следующую доставай. Поставим сюда пока попрыгунчика своего. Вот. Следующий открывай. Вот. Красивый, да? Красивые яички. Ноготочков нету, да? Открыть не можем. Никак? Давай помогу. Никак, зацепить не можешь, да? Ну-ка на. Под носом-то у тебя болячка, что ли, Поля? Ну, болячка. А откуда она у тебя появилась-то? Упала на Сандру. Упала на Сандру? Ну. С качельки, да? Или откуда? Вместе. Вместе вы упали с ней? Ну. На землю? Ты об нее стукнулась? Ну. Ну вот, получила бобу, да, под нос? Ну, ничего, ничего, ты заживет потом. И кофе. Давай, открою. Крутишь его вот так и вот что. Ой, там? Ой, там еще они. Да ладно. Одни попрыганы, что ли, у нас? Ну ой, вот. С очками. Кто на этот раз попался? С очками. Красный? А ну-ка сделай его на пружинку. Смотри. Да, посмотрим сейчас, кто это. Можешь собрать. Ой, упал. Все, да? Да. Вот они, игрушки попались. Больше нету киндере сюрпризы большого яичка-то? Или маленького? Ой, там еще призы положили тебе. Что это такое? Давай посмотрим. Да. Домино, что ли? Герои из мультиков? Да. А ну-ка покажи-ка. Котенок тут даже нарисован. Да. И герои из мультиков. Кто у нас тут есть? Динозаврики есть, котята, ой, поросята, ой, кит. А вот давай ножницы. Давай ножницами я сейчас отрежу эту полиэтиленочку. Кит? И откроем, да? Открывай давай. Вместе. Вот. Открывай, открывай. Посмотрим у нас, что за домино там. Высыпай. Высыпай, переворачивай. Да, тут котята у нас. Гномики разные. Переворачивают. Волк даже есть. Ну погоди. Синий кит. Так, кто тут у нас еще есть? Вот еще один волк. Так, гномики. Гномики из какого мультика? Где гномики? В каком мультике ты видела гномиков? Как? В каком? Принцесса Колли. Принцесса Колли? Да. Полли? Это что за мультик-то? Это Швейца, где Италия. Да не болтай, нет такого мультика. Да есть. Ну их собирать нужно, домино. Нужно каждую картинку ставить в картинки. Вот динозаврика к динозаврику. Их нужно перемешать. Вот так. Перевернуть, чтобы были перевернутые. Смотри, картинками вниз их обратно переворачиваем. В кучки мы их перемешаем. Что там еще? Сюрприз есть? А ну-ка показывай, какой пузыри. Там сюрприз еще есть. Пузыри. Тоже с дракончиком? Ну.
Кто-то тебе сегодня на дракончиков везет. Открывай. Попробуй. Дуются, нет там пузыри-то. А я пока доминошечки подыграю. Не можешь открыть? Оп, вот смотри, открыл. Смотри, доминошки перемешиваешь. Берешь 7 штук. Один берет 7 штук и другой. Вот они. И потом ставим, у кого какой рисунок совпадет по очереди. Не дуется, что ли? А то не поется. Держи рукой, а я попробую. Не поется. Давай, я попробую. О, прилив, да? О, какой большой получился. Ух, большие шарики надуваются. Попробуешь сама? На, попробуй. И сыграем в домино с тобой? Макни еще раз. Только водичку стряхивай оттуда. Стряхивай. Вот, теперь дуй. Ох как! Получилось, да. Два вылетело шарика у тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, вот он, ловлю. Поймал, лопнул. Еще раз будешь? Ох, маленький какой получился. Молодец. С балкона будем их пускать, да? Поль. В домино сыграем с тобой, что ли? В домино сыграем? Нужно брать 7 карточек. Семь карточек берем. Отчитывай. Не-не-не. Ты, да, можешь перевернуть вот сразу. Бери себе. Сколько? Вот выбирай вот из этих всех. 7 карточек. 7 доминушек бери. И в ряд вот так выставляем. Нет, в ряд нужно выставить вот так, чтобы видно было. Ну, там уже по желанию, как ты выставишь себе. Я ребяткам дай покажу, как нужно играть. И я беру 7 карточек. Можно в открытую даже в доминушку сыграть. Разок показать, да? Нет, не так. Эти в сторонку, которые не выбрали. Нет, это твои, зачем ты разбиваешь так? Можно змейку поставить. Вот смотри. Допустим, единичка, вот единичка у кого? 1-1, дубль. 2-2, 2-2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Если ни у кого нет, у меня вот есть 6-6. Я, значит, хожу первый. Первый хожу. У тебя, если гномики есть, ты должна вот сюда подставить. Вот так вот. Вот гномик, видишь? Вот сюда вот так подставляешь. Теперь мой ход. Не будем, что ли? Можно змейку составить, но они не составятся. Они больно тоненькие и могут быстро упасть. Надо долго-долго тогда стараться. Вон некоторые вообще не стоят. Чуть стол шелохнется, и они сразу же упадут. Пирамидкой упадут сразу же. Это гном? Это человек. Человек-гном? Давай. Нет, уронишь так. А я покажу вот из этих, из маленьких. Оп! Видала, как упали змейкой? Ну, вот так вот. Теперь у меня постой. Пока-пока. Все, сюрпризов больше нету, что ли? Нет. Тогда прощайся со своими ребятками, с подписчиками, со зрителями, да? Да. Ну, маши тогда. Пока-пока. Подписывайся на мой канал. Говори. Подписывайся на мой канал, на игрушки. На сюрпризы, на киндер-сюрпризы? Да.
Ставьте, не забывайте лайк. Давай. Пишите комментарии. Да. Пока-пока. Пока-пока.